Всем привет! С тобой Ангелина. Сегодня ты зашел на мой канал, чтобы смотреть мое видео. И сегодня я снимаю очень долгожданное видео, и оно называется Room Tour. Хочу тебе рассказать. ВКонтакте я создала группу, называется You Idea Tube. Там ты можешь оставлять свои предположения, что бы ты хотел увидеть в следующем видео. И я бы хотела увидеть твои комментарии в своей группе. Я сделала соцопрос, и больше всего количество людей проголосовали за Room Tour. Что ж, давайте не будем томить, а будем начинать. Ну что ж, поехали! Ну что ж, ребята, всем приветики! И вы попали в мою комнату, и сейчас вы будете смотреть на мои хоромы. Видите вот этот шкаф? Это мой шкаф. Он большой, да, большой. И поверьте, все мои вещи там и помещаются. Я не знаю почему. Неужели я такой шопоголик? Неужели я всегда каждую неделю покупаю вещи? Но это не так. Я не знаю, почему там вещи не помещаются. Вообще не понимаю. Что же, это стол, где Ангелина делает уроки, где она монтирует видео. Конечно, я вру, потому что видео я монтирую на своей кровати. И совсем недавно я приобрела вот эту камеру. Это GoPro Hero 4. И поверьте, я очень довольна этой покупкой. На этом макбуке, ребята, я монтирую все видео, которые у меня выходили на канал. Это Мишка Бонни. Если видите, у него наклейки такие Windows, это Бонни. А сейчас я покажу самую мою любимую часть моей комнаты, и это моя кроватка. Смотрите, кровать, вот моя кровать. Это самая удобная часть моей комнаты. Я ее просто обожаю, когда прихожу уставшая, я всегда заваливаюсь на свою кровать и просто сплю. Здесь Ангелина всегда прихорашивается на какие-то съемки, на фотосеты, на концерты и, в общем, тому подобное. Думаете, что это? Вы не поверите, но это мыло с моей фотографией. А вот телевизор, здесь я смотрю что-то интересненькое, например, фильмы или же телепередачи. Внизу стоит фортепиано. Если ты подписан, конечно, на мой канал, ты обязательно его узнаешь, потому что мы снимали с Илоной вместе видео с ним, с вот этим знаменитым фортепиано, и мы пели кавер «Hoyzer Take Me to Church». В нашем семейном альбоме я нашла вот эту фотографию. Она очень смешная, мне тут 2 года, и у меня, походу, день рождения, возле меня стоит Илона и Маша. Прикольно то, что можно найти такие фотографии и вспомнить те моменты, те детские моменты, которые когда-то были. Что ж, видео уже заканчивается, я тебе безумно благодарна за то, что ты посмотрел мое видео. Если оно было тебе интересным, ставь лайк, а чтобы не пропустить моих следующих видео, обязательно подпишись на мой канал. Bye! Марьяна Ро, если ты смотришь мое видео, тогда подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Подписан, да!